Большие выборы выходят на финишную прямую. В Березовском районе уже проголосовала половина от общего количества избирателей. Избирательные участки продолжают принимать жителей муниципалитета, которые хотят выразить свое волеизъявление. Участковые избирательные комиссии внимательно следят за соблюдением процедуры голосования и мерами санитарной безопасности. На всех избирательных участках в Березовском районе обеспечиваются все меры безопасности, которые необходимы для того, чтобы избирательный процесс у нас проходил в соответствии со всеми нормами, которые сейчас требуются в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации и во всех вообще регионах. Каждый избиратель у нас обеспечивается маской индивидуальной, затем ручкой, перчатками для того, чтобы можно было прийти и на избирательный участок и проголосовать. Вот. Кроме того, обеспечены средствами, это средства индивидуальной защиты, а также антисептиками. Ведется санитарная обработка помещений, которые находятся у нас в избирательном участке. В Березовском районе третий день идет голосование, как и по всей стране, проходят большие выборы. Большая, сложная кампания идет, достаточно много бюллетеней наши избиратели получают. Вот, поэтому, может быть, и более долгий такой процесс, да, вот, голосования происходит, потому что нужно же все еще ознакомиться. Вот, поэтому хочу сказать, что, в принципе, у нас каждый участок по-своему имеет свой процент. В районе сейчас это 48,6% на 11 часов 30 минут проголосовало избирателей. Вот, поэтому надеемся, что еще время до окончания работы избирательных участков есть. И все те, кто не успел еще подойти на эти участки, а их мы видим в достаточном количестве, таких избирателей есть, они все же придут и посетят свои избирательные участки. Ровно в 8 часов вечера избирательные участки закроют свои двери. Начнется подсчет голосов. Уже завтра будут известны предварительные итоги больших выборов. Валерий Белый, Александр Елисеев, АТВ «Березово».